Еженедельная итоговая программа «Городские подробности» снова в эфире. Летние каникулы закончились, и, как и прежде, мы продолжаем рассказывать вам о самых актуальных и интересных событиях из жизни нашего города. В студии Денис Куклин. Здравствуйте! Начнем наш выпуск с обзора городских событий. Какие решения были приняты на планерке в мэрии Архангельска, посвященной подготовке к отопительному сезону? Как идет ремонт важных транспортных узлов нашего города, а также о других заметных событиях прошедшей недели, расскажем в нашем итоговом недельном сюжете. Готовность Архангельска к зиме стала центральным вопросом на еженедельной планерке в мэрии города. Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 8 сентября. На этой неделе началось подключение к теплу объектов социальной сферы. По поручению градоначальника решался и ряд острых вопросов, связанных с завозом некачественного угля на Кегостров и Хабарку, а также с запуском котельной в поселке Селикатчиков. Особую обеспокоенность вызвала ситуация с отключением горячего водоснабжения. Связано оно было с тем, что «Газпром» проводил ремонт работы на одном из участков, и на Архангельскую ТЭЦ не поступало голубое топливо, а запасной вариант, переход на резервный вид топлива, отсутствовал. Я попрошу протокольно записать и потребовать план действий в этих случаях, а вот зимой что-нибудь случится. У нас постоянные неплатежи, там есть проблемы у газовиков к ТГК-2. Что случится, там возможности перейти на мазут нет. Это, конечно, безобразие. Но уходящей недели на один спортивный объект в Архангельске стало больше. На территории школы номер 59 состоялось открытие нового футбольного поля. Проект реализовали Российский футбольный союз, Федерация футбола Архангельской области и мэрия Поморской столицы. Самый, наверное, любимый вид спорта среди мальчишек, среди школьников – это, конечно же, футбол. Уже в детском саду юные мальчишки начинают пинать футбольный мяч и представляют себя самыми выдающимися футболистами, вратарями и с удовольствием кричат любимые слова «гол», «футбол». На этой неделе продолжился ремонт городских магистралей. Одним из участков модернизации стал спуск с Краснофлотского моста. Для обновления автополотна из городского бюджета было выделено 5 миллионов рублей. Ремонтировался и другой участок с большой загруженностью – перекресток улиц Гагарина и Самойла. Здесь на отрезке протяженностью в 2,5 километра ремонтные работы ведет предприятие «Ремикс». Другой подрядчик, «Аксум», обновил дорогу на улице Ярославской. Ход работ на объекте лично проинспектировал мэр Виктор Павленко. Волнуюсь, чтобы была долгосрочная программа по городу Архангельску. Ну, вроде губернатор обещал возобновить эту программу. И прежде всего в этой программе основные объекты – это дорожное строительство. Потому что, ну, помните, какая дорога здесь была к больнице? В 7-й больнице невозможно было подъехать. Поэтому мы в этом году, там 76 миллионов было дорожного фонда, потом выбрали такие самые нужные объекты к социальным объектам, где транспорт общественный ходит. Поэтому я думаю, что в ближайшее время тут тоже завершим везде. Все дорожные ремонты в этом году проходят согласно графику и будут завершены в сентябре. Большой ремонт на этой неделе завершился и в культурном центре «Соломбала-Арт». По распоряжению мэра Виктора Павленко из резервного фонда были выделены средства на обновление паркета, установку вентиляции и новых окон. Ежегодно из резервного фонда, из различных долгосрочных целевых программ мы получаем финансовые средства на ремонт, на приобретение аппаратуры, оборудования. И вот в рамках точно также программы городской, приоритетное развитие сферы культуры, нам выделено порядка 120 тысяч на приобретение светового и звукового оборудования. Скоро в обновленных залах будут проводиться танцевальные вечера, хореографические занятия для детей. Каждый день мы ходим по улицам нашего города, гуляем по паркам и скверам Архангельска. И порой не замечаем, как меняется наш город. А если заглянуть хотя бы лет на 5 назад, увидим совсем другую картину. За прошедшие годы Архангельск изменился. Причем изменения происходят не только в центре, но и в отдаленных частях города. Какие преобразования прошли в Цегломенском округе, изучала Инга Швецова. Архангельск издревле был флагманом зеленой экономики России. Сейчас на новом историческом этапе развития страны в Цегломене открылся завод, который использует уже самые современные технологии переработки древесины. Новая линия выгодно отличается от предыдущего оборудования, которое и морально, и технически давно устарело. Там очень часто были вот эти вот, как сказать, неполадки. Вот это вот вообще мучило нас сильно очень. И брака много было. Часто очень пилы меняли, и, в общем, тяжко было. Сейчас как на этот перешли, все, про все забыли. Техническое перевооружение производства обошлось 25-му лесозаводу в 2,5 миллиарда рублей.
Но это того стоило, говорят руководители предприятия. Сегодня производительность цегломенского завода возросла в 2,5 раза. Объем распиловки в цегломене прогнозируется порядка 500 тысяч кубометров по сырью в год. Вот, то есть пиломатериалов получается порядка 250 тысяч кубометров. Готовая продукция – это только цегломень. Его перевооружение даст дополнительный импульс развитию округа. Там, где инвестиции, там строится жилье и объекты социальной сферы. И правда, планы муниципалитета по возведению жилья не обошли стороной цегломенский округ. Яркое тому подтверждение – строительство нового микрорайона. В округе около 800 жилых домов признаны аварийными. Я считаю, что жителей поселка Цегломени давно пора переселить из деревянных домов, которые построены еще в начале прошлого века, в добротные, современные, уютные дома. Рада, что мэрия заботится о жителях нашего поселка и что началось строительство новых домов, которые наши жители переедут со временем. Строительство новых домов – острое требование времени. При их возведении в Цегломени применяются типовые проекты, которые ранее были использованы на улице Вычегодской и Высокогорке. Все это значительно сокращает сроки сдачи зданий. На первом этапе здесь построят 13 домов, которые в 2015 году примут новоселов. Затем до 2017 года построят еще столько же. Без внимания городских властей не остается сфера культуры и образования Цегломенского округа. Так, к 75-летнему юбилею культурного центра «Цегломень» была оборудована новая система вентиляции. В подвалах заменены трубы, а также обновлена система водоснабжения и канализации. Но все это скрыто от глаз гостей культурного центра. А вот видимый взору фасад здания приводили в порядок в первую очередь. Если театр начинается с вешалки, культурный центр «Цегломень» со входа в него. По фасаду здания у нас были заменены витражные окна. Это вот 5 вот такого очень большого формата окна, которые раньше были заложены кирпичной кладкой. И понятно, что создавали не совсем эстетический вид нашего учреждения и внутри, и снаружи. Без преувеличения, одним из важных строительных объектов Архангельска стала школа номер 69. При разработке ее проекта особое внимание было уделено созданию условий для занятия спортом. На улице оборудованы баскетбольная, футбольная площадки, беговые дорожки со специальным покрытием. Отдельно сделана детская игровая площадка, куда смогут приходить дети с родителями со всего округа. В новой школе номер 69 есть много специализированных кабинетов. Например, этот лингофонный для изучения иностранных языков. Таким может похвастать лишь Северный Арктический федеральный университет. Так что теперь сотни мальчишек и девчонок школы номер 69 смогут изучить иностранные языки не хуже, чем по вузовской программе. Совсем скоро в школе номер 69 появится еще один кабинет, но уже с экспозиции. Она будет посвящена ее выпускнику, губернатору Архангельской области Анатолию Ефремову. Вопрос создания в школе музея, который увековечит память о главе области, вызывает живой интерес у цегломенцев. Из Цегломени отправимся в Высокогорский округ. Округ развивается, строятся новые дома, расселяется ветхое жилье. Как идут дела в главном железнодорожном узле Архангельска, далее в нашем сюжете. Строительство жилых домов всегда оставалось одним из первоочередных направлений работы городской власти, а особенно если эти новые постройки предназначены для незащищенных слоев населения или погорельцев. Так, например, в мае 2012 года страшный пожар уничтожил 8 деревянных домов на улицах Вычегодская и Пограничная. В результате происшествия 190 человек остались без крова. Мэрия Архангельска оперативно организовала помощь пострадавшим. Для их расселения было задействовано маневренное жилье во всех округах Архангельска. И что самое важное, благодаря усиленной работе городских властей, буквально за год в Высокогорском округе на улице Вычегодской выросли 3 новеньких дома, на возведение которых было выделено 150 миллионов рублей. Нам все нравится. Они очень уютные, ухоженные. По состоянию, как сделано, очень качественно, нам очень нравится. Люди все довольны. В последние годы по программе строительства социального жилья в Архангельске возведено в строй несколько зданий. Значительно изменился и этот уголок Затона на улице Штурманской. 36 семей стали новоселами в 3 домах современной корпусной застройки. 119 социальных квартир получил город и в поселке Зеленый Бор. Одну из них по программе переселения из ветхого жилья предоставили Ларисе Чащиной. Она работает в фельдшерской выездной бригаде скорой помощи. Работа у меня сменная. Раньше надо было дров заготовить.
убрать их, утром истопить, придешь в холодную комнату. А сейчас мне не надо. Я пришла с работы, мне тепло и комфортно в квартире. Важное место в деятельности муниципалитета занимает обеспечение объектов социальной сферы необходимыми коммуникациями. В Высокогорском округе особые проблемы были связаны с передачей горячего водоснабжения. Все дело в том, что старая котельная на улице Пограничной практически выработала свой ресурс и пришла им в негодность. Усилиями мэрии Архангельска в 2013 году была успешно запущена новая котельная. Она обошлась городскому бюджету в 30 миллионов рублей. 6 июня она запущена, в пробный запуск осуществлен. И вот по настоящее время пока работает. В режиме пробного запуска осуществляют подачу ПВС на поселок. Сейчас новая котельная дает тепло 21 жилому дому и социальным объектам, среди которых школа номер 82, Исакогорский ДЮЦ и Центр охраны прав детства. Кстати, именно он в 2013 году распахнул свои двери 64 юным воспитанникам, а до этого располагался по адресу Полина Осипенко, 7, корпус 1. Усилиями городской власти здесь был проведен капитальный ремонт, на который было выделено 15 миллионов рублей и созданы все условия, чтобы детям было комфортно. Вообще в центр рассчитан на 64 ребенка. 32 ребенка дошкольного возраста от 3 до 7 лет, которые будут проживать и проживают в третьем корпусе здания. И первый, второй корпус занимают дети от 7 до 18 лет, то есть это школьники. То есть всего в центре проживает 64 ребенка. В эти дни большая стройка идет на территории Исакогорского детско-юношеского центра. Буквально за 4 последних года из спортсооружения окружного масштаба ИДЮЦ превратился в главную городскую базу для подготовки архангельских спортсменов. Тренажерный зал – лучший в регионе. Футбольное поле с естественным газоном – единственное в столице Поморья. А на открытую хоккейную коробку с удовольствием приезжают играть команды со всей области. В скором времени этот список пополнит новый лыжный стадион. Сейчас заканчивается строительство игровой площадки для баскетбола и мини-футбола. Осталось только постелить искусственное покрытие. То есть, что нам удалось сделать за летние месяцы? Установить ограждение вместе с монтажом электрооборудования. Как вы видите, здесь установлено освещение. И забетонировать площадку размерами 42,5 на 20. Установить трибуны. А хоккейная коробка уже сертифицирована. Здесь есть даже отапливаемые раздевалки. Предметом гордости всего спорткомплекса должен стать тир в подвале центра для подготовки биатлонистов. К концу следующего года он должен вступить в строй. Перемены к лучшему коснулись и сферы искусства. В культурном центре «Бакарица» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Основной объем работ запланирован здесь, в зрительном зале, где помимо ремонта будут установлены новые кресла. В культурном центре «Бакарица» уже полностью завершен косметический ремонт второго этажа здания, а также произведена замена труб системы холодного водоснабжения. А в этом помещении по вечерам уже вовсю проводятся мастер-классы для детей и их родителей. Изменился в последние годы и округ Варавино-Фактория. В районе второго лесозавода были возведены дома для ветеранов, а Ломоносовский дом культуры получил значительные средства на ремонт помещений. Подробнее о жизни округа расскажет Алексей Карельский. Южные ворота Архангельска, округ Варавино-Фактория, территория хоть и отдаленная от центра города, но вниманием не обделенная. В последние годы взор властей всех уровней был особо обращен в сторону поселка второго лесозавода. Именно здесь, в рамках выполнения указа президента страны, возводились дома для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Ответственность за стройку была возложена на правительство области. Вместе с тем, из более чем 300 новоселов ключи должны были получить и 73 ветерана архангелогородца. Для ускорения вопроса с их заселением мэрия Архангельска выделила около 70 миллионов рублей для подключения строящихся зданий к воде. Фактически, государственные субсидии в 1 миллион рублей муниципалитет по решению мэра Виктора Павленко добавил на каждого ветерана архангелогородца еще миллион. Вопрос с водоснабжением и водоотведением был решен своевременно. Жительница дома номер 360 Ольга Корсакова уверяет, за время, прошедшее с новоселья, коммуникации сбоя не давали. Я третью зиму буду жить тепло. Тепло, и вода у нас все время горячая есть. Обеспечил Архангельский муниципалитет и подъездные пути к ветеранским домам. Мы же подъезжаем к другому дому. Бывшее здание детской поликлиники по адресу Квартальная, 7, менее чем за год было переоборудовано в 12-квартирный дом по решению мэрии Архангельска. Здесь заменили сваи, установили стеклопакеты, провели перепланировку. Заветные квадратные метры переселенцы из аварийного и ветхого жилья, в том числе и Татьяна Занина, получили с полной отделкой. По сравнению с тем, что я жила, конечно, довольна. Ванна есть, сделана здесь, ванна, две комнаты по отдельности, кухня.
Благоустроенное жилье – это, конечно, хорошо, но из дома порой хочется куда-то выйти. И не только на работу или в школу. Свой досуг, ребятня и взрослые округа Воровина-Фактория проводят с пользой для души и тела. Общефизическому развитию хорошо способствует физкультурно-оздоровительный центр «Росток», который относится ко второй муниципальной спортшколе. Здесь и зал для игровых видов спорта, и два тренажерных, и хоккейная коробка. Спрос на услуги большой, а значит и износ того же спортзала немаленький. Поэтому мэрия Архангельска выделяет немало средств на поддержание «Ростка» в хорошем состоянии. Причем как внутри, так и снаружи. В этом году из резервного фонда мэрии было выделено 300 тысяч на ремонт спортивного зала. Это на замену сайдинга пластикового на железный сайдинг. И на 400 тысяч было выделено на площадку, на планирование площадки. Для того, чтобы покрыть искусственным покрытием. Покрывать, точнее латать крышу, предстоит в главном культурном учреждении округа Ломоносовском ДК. На эти нужды мэрия Архангельска выделила в 2014-м 300 тысяч рублей. В этом году у нас серьезные проблемы с протечками на сцене. Выделены были деньги, сейчас уже проторговали мы это все, и рабочие приступают уже конкретно к ремонту. За последние годы было сделано довольно-таки много, но самое главное, конечно, в последний год мы сделали хорошие, красивые эвакуационные выходы. Самое главное – это безопасность, и поэтому вот то, что сделано здесь, во дворце, довольно-таки много у нас выходов эвакуационных, это более 7. Это все сделано за счет бюджета. Современные выходы обошлись мэрии еще в 700 тысяч. Впрочем, снаружи можно полюбоваться не только ими. В 2013 году, накануне 9 мая, на территории Ломоносовского ДК открыли Стелу Победы. Место было выбрано не случайно. Расположен монумент на улице, названный в честь командира эскадрильи Владимира Никитова, погибшего в 1944 году. В 2013 исполнилось 100 лет со дня его рождения. Город внес свой вклад в увековечивание памяти героя. Мэр Архангельска Виктор Павленко откликнулся на просьбу ветеранов и выделил средства на достойное оформление стелы. Для этого были изготовлены и установлены гранитные вазоны для цветов. Больше растительности вскоре станет и в сквере на улице Русанова. В прошлом году мэрия Архангельска выделила 1 200 000 рублей на благоустройство сквера на улице Русанова. Это деньги, сэкономленные округом. Пошли они в первую очередь на организацию детской площадки, устройство газонов и посадку 44 деревьев. Вторую очередь благоустройства должны завершить к октябрю этого года. А это и организация цветника, установка бордюрного камня и скамеек по периметру. Здесь вся площадка будет заасфальтирована, а позади будет посажено еще 2000 квадратных метров газона. На эти цели выделено еще 1 700 000 рублей. Если зону отдыха для взрослых еще предстоит оборудовать, то прекрасная детская площадка давно стала излюбленным местом детворы. Родители, кстати, за играющих чад спокойны. Удобно. Какие замечания все делают. Качели были сломаны, позвонили, пришли, сделали. Ходим, здесь очень много детей гуляет. Суммарные 3 миллиона на сквер не идут в сравнении со средствами, которые мэрия Архангельска в сентябре 2013 года направила на ремонт Ленинградского проспекта от поселка 2-го лесозавода до Жировихи. В сторону Жировихи хорошо стало ездить, получше, чем было, конечно. Укладка нового дорожного покрытия была только началом большого проекта мэрии Архангельска по капитальному ремонту и реконструкции магистрали от окружного шоссе до границы с Приморским районом. В эфире была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдасевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю.